Ты уверена? Если там тебя закинет, я не несу. Потом Сережа напишет. Календарик, куда его девать теперь? Второй. Задарит. А кому задарит? Да. Мне уже отменили на старый Новый год.
не успели что-то. Здесь свет плохой. Наш просмотр. Не так. Он не так хороший. Да ладно. Сильно хороший. Вот такой звещивый. Посмотри. Просверлит все и вся. Он еще разбивается. Вижу. Я сразу зачитаю. Привет. Не вижу никак вообще не вижу. Шеф ругаться будет. Суббота будет. Сверните как? Вы обойдите, вы сейчас мне можете ждать и помочь. Не, не, я аккуратно, аккуратно. Проходи.
Выясни, как это не готово. Спасибо. Эх ты, чистая девица. Я ушел. Пошли эти, не знаю, что это. Сергей?
деньги привез. Вова Тимченко уже уехал. Да, все повезло. Деньги собираешь по 100 рублей? Да. Мы сейчас видим, вы за ним следите, а то деньги должны. Господи боже, я уже не знаю как. Серега, что ты эти процессы? Пока. Так, все, я уже заговариваться начал, уже перестал понимать, где мы. Как только так сразу? Назад. В Москве будет большая работа. Можно сделать шаг назад. Это тоже Лариса? Сергей. Здрасте. Я буду. Катрина, где она попала? Что ты надо? Я такая. Давайте сразу подписываться. Друзья, давайте еще 3 человека что-то персонально, потом просто лав дальше и. Да. И домой! Я Лилия. Лилия? Да. Это ты? Да. Ты здесь А? Сейчас я с ним закончу, повнимательно с вами. Ты просто выйдет на роль этой жертвы. Спасибо. Это много очень значит. Ой, все, спасибо вам. Да успокойся. Мы увидимся на уме. Ты как-то угрожаешь. А имя можешь дать?
как на ум придешь, я тебе напишу. Давайте так, все, кто придет на аум, я вам допишу еще имя ваше сюда. Что? Что? Ты меня шантажируешь? Так, что тебе надо? Сережа, мне сказали к вам подойти на счет, да? Подороже продавай. Я все слышу. Так, подожди, Олег, аппарат, да? Нет, я не вам. Ну, давай. Да, больше. Хорошо. Более
я Даша, как будто это Даша. Даша от Даши. Ты ее сфотографировал? Да, я сфотографировала. А потом, что я сказала? Мы поняли, что сфотографируй, пожалуйста. Спасибо огромное, с Новым годом. Можно встать просто. Здравствуйте. О, вот это другое дело. Там все нормально, там все хорошо. Вы очень близко. Нет, зайчик. Я заказала. Да хоть где. До свидания. Нет, Нина, только автобус. До свидания. Уже было здесь в первом рядах. Нина, желаю. Окей, он у нас есть. Нет, зайчик, только автограф. Нина, вот на ум придешь, я тебе допишу. Запись. Пожелание. А? Страшно. Только музычку у вас, концерт прям. Давай, пока. Пока. А давай ты рабочий, если не шум. Выбирай. Спасибо. Девушка. Сюда доходит? Почти.
свидания. Пока. Можно? Ты сделал все, что мне, моим детям, троим. Нет. Нет, потому что ты прикинь, всем писать. Я понял. Я понял. Вячеславу Ферапонтову одному вот ему писать прикинь, придумал тяжко. Давай. Спасибо. Удачи, все. Детям привет. И не останавливайся. Да. Ой, ну первый. Алена, я тебе напишу только раз. Да, конечно. На ум придешь, если Сережа запишешь, то позвонишь мне. И все, тебе сразу я тебе напишу много чего другого. Давай. Ну, ты не будешь этим пользоваться никогда, запомни. До свидания. Спасибо. Что вы поняли? Что такие? Откуда взяли? Ты, ну открывай что ли? Бегом. Повесишь траму, чтобы ты лежал, и я удалю. Да, спасибо большое. До свидания. А еще, если бы ты позволил, я тебя угостил на своих. Давай. Давай, позволяю. Сережа, запомни его, он хочет меня угостить на уме сейчас. Какой? Какой? А нужно? Нет, конечно. Нет. Я закрыл. Да там описана маленькая часть того, что там было. Привет. Спасибо. Нау. Да, какой? Завес. Кстати, еще для ума. Здоровья. Ну открывай книжки. Я устал.
Ты знаешь, когда я устаю, все, меня лучше не шли. Это вам это обращение, потом по-другому. Окей? Хорошо, запишем. Это без дублей, без всяких. Раз и два. Все. Аминь, сестра. Но нормально. Ну, бегом. Да, скажи, что еще 10 человек, и все, чтобы не осталось. Пришлите мне, пожалуйста, для медитации будет. Как тебя зовут? Жанна. Жанна? Ну, давай, да. А что тебе подписать нужно? Для медитации. Последний человек и все. И вот та девушка, блондинка. Да, можно? Можно. Нет. Потому что это опыт, конечно, но... Может,
полный обучение. Я тебе говорю, я бы так очень много раз. Это был мой опыт, да, и хорошо, вот я поскольку я пошел туда, куда мне нужно. Потому что то, что русскому хорошо, не в Америке, это у нас. Давай, я помню, мой эфир. Давай, да. Последний. А сказали, что 10. Не было такого. Да. Уже было 15. Нет, 4 последние, честно. Хорошо, 4 последние. Сделайте подарок. Что, выжила? Приехала? Палку не встал. Нет! Открывай книжки, стоишь, трёшься. Ты книжки тебе или нет? Стыд. Нет. Стыда нет у неё. Ну да. Зачем тебе столько? Ну какая подружка? Я тогда выключаю.